Ребят, всем привет! Как вы видите, канал все больше и больше растет, и публика становится все более и более привередливой. И если раньше мы могли себе позволить некие эксперименты, снимать видео для души, в общем-то, например, как пользоваться молотком, или как попить виски, то сейчас в угоду, наверное, все-таки потребности зрителя мы стараемся снимать все более и более объемное видео с более, скажем так, глубоким наполнением. Но за кадром остаются всегда моменты настройки мелкие, которые, в общем-то, не получают должного освещения. И я думаю, так как на канале, в принципе, видео выходит не так часто, их там 5-6, все-таки стараться по возможности мелкие моменты, которые попадают в другие видео, то есть на определенные темы, в общем-то, освещать между видео. Например, я хочу сегодня рассказать, в общем-то, как подходить ламинатом, если у вас уже стоит дверь, то есть в дверном проеме, либо еще двери нет, и тоже какие существуют нюансы. Кому-то это видео, естественно, поможет, кто-то будет целенаправленно искать на просторах YouTube этот вопрос и его, в общем-то, найдет. А теперь вам покажем тот случай, когда остаются старые двери и надо подойти к нему ламинатом. По-хорошему, сначала стелится ламинат и на него уже ставится коробка. Но как же быть, когда у нас уже дверь стоит? Я вам скажу один способ. Берем кусочек ламината и подсовываем его, то есть делаем плоскость. Представим его коробки. Затем берем маляжную ленту и заклеиваем наш ламинат. Сейчас смотрите для чего. Берем ножовку и теперь по нашей плоскости ложим ее на пол и начинаем пропиливать дверную коробку, эту часть и, соответственно, ту часть. Часть коробки пропилил насквозь, а маленькую буквально на пол сантиметра. Достаточно. Теперь зубилом или отверточкой нам нужно выбить пропиленную часть. Убираем нашу подложечку. Снимаем скотч. Мы воспользуемся отверточкой и киянкой. Видите, легко расщепляется. Также нам нужно и эту часть коробки снять.
достаточно или нет. Берем наш образец и заводим его под коробку. Видите, осталась щель. Значит, нужно еще снять отверточкой чуть-чуть. Ламинат зальет под коробку, и щель будет минимальная. Теперь заранее вырезанный по длине, по ширине кусочек ламината нужно завести под коробку и вставить в паз. Засовываем. Так, теперь нам нужна кияночка. И ставить ее в паз. Надо стараться ее защелкнуть. Вот так вот, господа. И все линии у нас под коробкой четко. Смотрите. Я ее задвигаю, что у нас получается. Вот оно, самое опасное место. Видите, у меня тут скос. Если этот запил сделать под прямым углом с техническими зазорами, после того, как установится у вас обналичка, в этом месте будет 100%, к сожалению, дырка. Вот такие вот дела, вот такой вот секрет. То есть обязательно это место учитывайте и берите тут спил чуть-чуть на скос вовнутрь. Все. Наш, скажем так, кухонный выпуск готов, в общем-то, и никаких особых усилий, энергозатрат мне для этого не потребовалось. В общем-то, если хотите видеть такие выпуски почаще, пишите под видео, какие темы вас мелкие интересуют, которые, ну, стоит выносить за скобки, как бы, больших наших обзоров. И я буду с удовольствием это делать, если у меня будет время и силы. А желание-то у меня точно есть. А на сегодня все, делайте своими руками. Делайте хорошо. Всем пока. Вот отсюда будет хорошо. Все видно. Что всю полосу видно, что я там делаю, показываю. Ну сначала это. Тебе придется с ней ходить, подходить, когда я там это. Прям бери с ней ходи. Ну ты выбери точку, куда поставишь, потом, чтобы было видно вот это вот. Вот эту пиздоботину должно видно. Что я объясню вот насчет этого. Ну и поводок желательно, чтобы не было.